Итак, готовим пасту с фисташками и лососем. В блендер отправляем фисташки, шпинат, чеснок, пармезан и оливковое масло. Немного соли и перца и перемалываем. Добавляем лед и еще раз перемалываем. Спагетти отвариваем в чуть подсоленной воде и перекладываем в миску. Ним же добавляем размолотую фисташковую смесь и перемешиваем. Можно добавить немного бульона. Сверху посыпаем молотыми фисташками и укладываем лосось. Блюдо пальчики оближешь, сохраняй рецепт.